Привет, друзья! Решил приготовить завтрак, а заодно и вам показать. Приготовим ролл с сосисками на гриле. Мне очень нравятся завтраки в формате шаурмы за счет того, что их можно завернуть в лаваш, в лепешку и взять с собой куда-нибудь в дорогу. Ну а на даче, когда можно приготовить, не торопясь, на огне себе завтрак, это тоже милое дело. Собственно, завтрак готовится достаточно быстро, поэтому сразу начинаем с того, что разожгем гриль. И пускай прогревается. Разумеется, готовить можно и на мангале, и на сковороде, как вам захочется. Подготовлю овощи. Это свежий помидор, маринованные огурчики, красный сладкий лук, листья салата. Что-то нарезаем помельче, что-то оставляем покрупнее. Салат рвем руками на более мелкие листики. Красный лук нарезаю кубиком. Маринованные огурчики тоже измельчаю. А помидор нарезаю половинками. Также внутрь нашего ролла я обязательно добавляю яйца. Завтрак все-таки. Разбиваем, добавляем соль, хорошенько перемешиваем. Щепотка соли, проткнули желточки и перемешали. Ну, собственно, вот и вся подготовка. Отправляемся к грилю, жарим колбаски и яйца. Колбаски беру всегда ассорти, чтобы вкус внутри был всегда разный. У меня сегодня купаты, но отлично подойдут и охотничьи колбаски, и какие-нибудь вкусные сардельки, шпикачки. В общем, все, что вам захочется на завтрак. Открываем гриль, выкладываем колбаски. На одной половине буду жарить сосиски, на второй сразу пожарю яйца. Туда отправляю небольшой кусочек сливочного масла. И яйца можно снимать. Ароматы. И пока колбаски доготавливаются, самое время собирать наш ролл на завтрак. Немного горчичного соуса. Размазываем равномерным слоем. Выкладываем свежий салат. Красного лучка. Маринованные огурчики. Немного свежего помидора. Яйца. И сыр. При желании сыр можно слегка подплавить.
и выкладываем пару ароматных колбасок прямиком с гриля. Ну и по классике. Подворачиваем края и скручиваем в ролл. Подсушиваем на гриле с двух сторон, и можно наслаждаться. Красота! Остается только разрезать и наслаждаться завтраком. Друзья, если это видео вам понравилось, то не забывайте подписываться на канал, ставить лайк и делиться рецептом с вашими друзьями в ваших социальных сетях. Тем более сейчас для нас это очень важно. На свои фотографии и отзывы присылайте к нам в группу ВКонтакте или в Телеграм. Всегда рад почитать, посмотреть и обсудить. Ну а сейчас время дегустации. Красавец! Что за красота? Свежо, вкусно, сытно и просто. За вас, друзья. М-м-м.